Всем привет! И вот сегодня пришла посылочка, сходила на почту, пока работает быстренько. Вот. Ну, сейчас посмотрим, что в ней. Из магазина Tamiya. Так, коробочку я беру и буду выкладывать на стол. Итак, первое, что заказал, это у нас растворитель для красок. Красить пока что буду тамиевской краской. Так, вот она еще. Все хорошо упаковано. Так, это, если не ошибаюсь, сильный клей для декалей наносить, приклеивать. Коричневая, это получается, как лайнер идет. Коробочка из 6 акриловых красок. Взял телесный. Это у нас хаки какой-то идет, олив драф. Хром сильвер. Ган метал. Флэт блэк. И металлик грей. Это вот это. И еще краски. Так, тут уже 5. Вкладыш идет. Так, это у нас идет German Grey. Black Green, Dark Green, Copper медный и бронза. Это вот из мелочевки, что у нас идет. Я решил заказать советский средний танк Т-62А, всем известный. Кто играет Blitz, это самый популярный в нем танк, в больших танках, ну, в принципе, на нем играют. Тоже достаточно комфортный танк. Но распаковку и обзор мы посмотрим потом. Так, и М4-1 Walker Bulldog. Легкий танк. Тоже взял, очень интересно, решил собрать. Он небольшой. Так что вот это то, что пришло. Загородил. Вот. Всем спасибо, что посмотрели. Сборку, покраску и... все остальное увидите уже в следующих видео. Всем пока!